Здравствуйте, в эфире «Вести Чукотка», в студии Владимир Сироткин. Я и мои коллеги расскажем вам об основных новостях к этому часу. Началась продажа билетов на рейсы между Анадырем и Новосибирском. Об этом сообщило информагентство «Чукотка». Первый рейс из столицы Сибири запланирован на четверг, 6 октября, с периодичностью раз в неделю. На маршруте будет работать воздушное судно «Airbus 321» вместимостью 203 пассажира. «Росавиация» включила рейс в перечень субсидируемых. Стоимость билета в одну сторону начинается от 16 325 рублей. Как пояснили в окружном департаменте промышленной политики, с выполнением рейсов в Новосибирск компания «Seven» прекратит летать в Иркутск. Но начало полетов в Новосибирск будет зависеть от сроков окончания реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Певека, который в данном случае является запасным. Также «Seven» увеличит частоту полетов между Анадырем и Владивостоком. 6 мая к рейсам по средам добавится пятничный, который будет выполняться до октября.